выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. За детьми-инвалидами могут осуществлять уход как родители, папа или мама, так и посторонние люди, которые, ну и ученики, которые достигли 14 лет и не работают. То есть человек, который осуществляет уход, должен не работать, не находиться на пенсии, не быть предпринимателем и не стоять в центре занятости по безработице. Раньше у нас эти дети за уход получали, если ухаживала мама или папа, 6325 рублей ежемесячно. А сейчас, в связи с тем, что с 1 июля вносятся изменения и увеличивается выплата, если мама или папа будут осуществлять уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, они будут получать ежемесячно 11 500 рублей. Эта сумма касается только для тех, кто ухаживает сам за ребенком-инвалидом.